Если ты хочешь попробовать Warface, то воспользуйся ссылкой в описании. С самого начала ты можешь выбить крутой приз из рулетки, а также получишь комплект могучих магма-шлемов и не менее могучих магма-пушек. С таким набором нагибать тебе точно понравится. Добро пожаловать в Warface, братишка! А ну-ка, колись, ебукентий, нарезочка-то регламентированная. Да, капитан Очевидность, нарезочка вся идет в соответствии с новым регламентом. Ну, кроме, конечно же, золотого марлина. Ибо, как гласит древняя мудрость, нахрена мне обычный марлин, если есть золотой? Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Мортис, а также капитан Очевидность. Здорово, братишки! Красавчик! Итак, друзья, по вашим просьбам я вас спрашивал, хотите ли вы или нет, вы сказали в целом, как я понял, да. Сегодня будем говорить о новом киберспортивном регламенте. Но не только. Ведь дело в том, что ни один регламент не может быть оторван в целом от игры. А потому мы поговорим сегодня не только об регламенте и его плюсах, но и о том, какой вообще должен быть идеальный баланс и о том, какая имеется главная причина, главная ошибка, которая была совершена еще в самом начале разработки Warface, которая мешает навести, пусть не идеальный, но достаточно хороший баланс в игре Warface. Итак, что касается нового регламента, мы сразу можем понять, что наиболее имбовые пушки были нахрен выпилены. Это касается таких видов вооружения, как, конечно же, Kel-Tec Shotgun, SIG MPX, SV-98, Kraken и на какой-то хрен Tec-9. Зачем вырезали Tec-9, я понять не могу. Да, пистолет могучий, вне всяких сомнений, вообще без всяких вариантов, это лучший автоматический пистолет в игре. Но является ли он абсолютно имбовым? Вот здесь, честно говоря, я совершенно не согласен. Вы знаете, довольно долго играл я с этой пушкой и в итоге вернулся к своим любимым, конечно же, Вальтер 99 и, естественно, Смит и Вессон. А Tec-9 применяю иногда по настроению. Несмотря на свою лютую эффективность в некоторых моментах, в целом он очень ограничен. Особенно, когда речь идет о стрельбе уже на какие-то средние дистанции. Именно поэтому я думаю, что Tec-9 в принципе можно было не трогать. Но нет, не подумайте, что я за то, чтобы его возвращать. Мне просто насрать. Он как бы есть или нет, мне все равно. Просто я никогда не считал его имбой. Просто хороший, действительно очень мощный пистолет. Не более того. И вот что из себя будет представлять по сути новый регламент? А по сути новый регламент — это идеальный баланс классов в Warface. Ну, насчет идеального, под сомнением. Все-таки медик и снайпер, по-моему, немного не сбалансированы. Капитан Очевидность, насчет снайпера я бы не горячился, снайпер очень хорош. Насчет медика, да, здесь есть один косячок, дорогие разработчики. Дело в том, что вы разрешили броню. Понимаете, синдикат, вот этот, Армагеддон, но тут есть проблема. Дело в том, что у медика, по сути, остаются две, ну с натяжкой три самые ходовые пушки. Поскольку полуавтоматы и автоматы запрещены, у нас остаются Марлин, Максим и коронный Мосберг, который тоже в целом разрешен по регламенту. Но все-таки, по моим тестам, по моему опыту, Максим будет лучше, чем Мосберг. Несмотря на то, что, казалось бы, ТТХ практически одинаковые. У Марлина есть проблема. Эта хрень рандомит. Да, все эти разговоры, что с него надо уметь попадать. Ребят, я играл с ним и хорошо играл, и попадал. И если вы прямо захотите, я для вас организую потом видео, ну, минуты на три буквально. Я просто буду ходить по полигону, прыгать или бегать на мясорубке и альтовать те моменты, когда мой прицел, включая точки, точка в середине, точно находится на противнике. Левый, правый бок, иногда даже посередине или там на руке, скажем, находится точка. И я произвожу выстрел. Но пуля у Марлина не летит идеально в точку. Она рандомит. То левее, то правее, то прямо, как надо. Поэтому Марлин является нестабильным оружием. Особенно учитывая то, что люди мансуют на опенкапах. Они подкатываются в стену, они придумывают еще что-нибудь. Они хорошо очень двигаются. Марлин становится оружием, которое может выстрелить и может сделать там минус вся команда эйс. А может просто подвести вас, и вы не убьете даже одного. Поэтому пушка
очень сильная, но очень рандомная и очень спорная во многих моментах. Далеко не каждый захочет с ней играть. А из-за нового вооружения Максим часто будет давать не ваншоты. И если снайпер наоборот с таким регламентом получает практически 100% ваншот на всех практически картах подрыва во всех ситуациях при попадании практически в любую часть тела, то медик как раз от неваншотов-то будет страдать частенько. Поэтому хотелось бы, не знаю, введение нового дробовика или улучшение, может, множителей МАК-7, чтобы он на своих дистанциях ваншотил более стабильно. Но ничего страшного, прощаем. Так что, что касается баланса, я бы, Кэп, не сказал, что все плохо. Скорее даже все хорошо. Штурмовик и инженер весьма эффективны на своих дистанциях, то есть штурмовик на средний, дальний хорош, инженер на ближний с АМ-17 с крисом все распиливает. Медик не имбов, но тоже в принципе годен, хорош, силен на самой ближней дистанции. И самое главное, наконец-то снайпер — это не просто убермашина, которая и фаззумит, и быстрый темп у него, и все вообще идеально. Теперь снайпер прямо будет с кайфом попадать, потому что нету никаких неваншотов, потому что ему разрешено оружие, которое ваншотит почти всегда и везде. Это Бушмастер, это Труэлла, это Орсис Т-5000. И с другой стороны, другие классы, особенно медики-инженеры, вздохнут с каким-то облегчением, потому что снайпер не будет так быстро стрелять, у него нет такого темпа, и у него наконец-то нету супер быстрого зума. То есть теперь, чтобы выпрыгнуть на медика в упоре и перестреливаться с ним с помощью болтовки, снайпер 100 раз подумает, прежде чем это делать, и будет стараться все-таки как-то соблюдать свои дистанции, а не в наглую лезть в упор. А почему бы во всем Warface, везде, не только в киберспорте, не сделать именно такой баланс? Во-во-во-во, капитан очевидность, все именно так. Все самое интересное, этим вопросом многие задаются, почему наши разработчики изначально не делали такой баланс в Warface. Ну, во-первых, надо понимать, что изначально они не имели такого богатого опыта, который имеют сейчас. Это первое. А второе, надо понимать, что паблик и киберспорт — это не одно и то же. Обезжиренный киберспорт а-ля какой-нибудь вялый рант или, сами понимаете, кемпер-страйк, это здорово, но это здорово только в рамках киберспорта. Warface же изначально разрабатывалась как игра для широких масс. Игра именно для обычных игроков, то есть, например, как Call of Duty. Какой баланс идеальный, когда был Call of Duty? Там все время от времени новая имба появляется, старая уходит, где-то дисбаланс, что-то правят, что-то делают. Но понимаете, в этом сок, в этом жизнь таких игр. Если игра становится идеально отшлифованной, идеально киберспортивной, вот честно, мне она нахрен не нужна. Игра, где нету особых обнов, где не будет там какую-то пушку, она может быть слабой, либо имбовой. Нету какой-то вот этой жизни, понимаете, ничего не меняется, все одно и то же. Ну, одни и те же пушки, одни и те же карты десятки лет. Да, там хорошие рейтинговые матчи, да, там крутой киберспорт. Но честно, не всем это нравится. Мне не нужна чисто киберспортивная игра. Я не рассматриваю, когда я знакомлюсь с каким-то шутером, его как киберспортивный снаряд. Он мне не интересен в этом плане. Я люблю киберспорт понаблюдать, иногда сам поучаствовать в этом. Но это не главное. Самое главное — это новизна, новиночки, ввод новых карт, новых оружий, баланс, дисбаланс. Имба тоже по-своему хороша, потому что имба — это всегда событие. Это обсуждают, это хватают. Какие-то игроки менее опытные наконец-то могут ощутить вкус нагиба, с этой пушкой добиться чего-то большего, нежели они могли раньше. И, кстати, не стоит забывать, что именно с имбами многие люди в итоге-то и научатся играть. Да-да! Помните, когда-то у нас говорили, что когда отменят КТАР, то все эти игроки, которые, когда КТАР запретят, они будут никем. Так вот, ребята, все эти те топ-штурмовики, которые сегодня играют в Warface, многократные чемпионы Open Cup, это те самые люди, которые когда-то не выпускали из рук КТАР. Ты не учишься, как правило, играть с балансным оружием. Ты потом к этому приходишь. А начинаешь ты с имбы, и это нормально. Это хорошо, это даже по-своему правильно. Забавно получается. Ты хвалишь новый регламент. Ты ратуешь за баланс. Но при этом говоришь, что большей части Warface такой баланс не нужен. Именно такой, капитан, вот именно киберспортивный идеальный баланс, даже как этот новый регламент, он не нужен. Но проблема Warface не в этом, пожалуй. Обычному Warface паблику не нужен, как я уже сказал, идеальный баланс, как и большинству обычных игр. Исключение игры, которые изначально были рассчитаны только онли на киберспорт. Это чисто
такое киберспортивное шоу, вот Valorant, например, там все как бы идеально продумывалось именно с этой целью. Все, к ним вопросов нет. Но какой-нибудь Call of Duty, Battlefield или Warface, эта игра совсем про другое. Тут нахрен не нужен идеальный баланс, он только все испортит. Но умом мы все понимаем, что какой-то баланс быть должен. Должна быть какая-то разумная мера. И самая большая проблема Warface всегда была прежде всего в том, вот подумайте на секунду, ответьте мне. А теперь, внимание, мой вариант. Самая большая проблема всегда в Warface была то, что у нас есть два класса с автоматическим штурмовым оружием. А именно штурмовик и инженер. И по сути, аутсайдером в Warface всегда был один из этих двух классов. Попеременной, когда как. То вначале никому не нужны были штурмовики, потому что появился Ктар, штурм говно, он нафиг не нужен. Разработчики долго ломали голову, ну как же все сбалансировать? В итоге мы получили следующий виток дисбаланса, когда инженер нахрен никому не нужен, потому что он не ваншотит в голову, а у штурмовика есть беретта, которая и в тело пилит лучше, чем оружие штурмовика. То теперь у нас SIG MPX, и опять же, ну только вот у нас будет, опять же, штурмовик наиболее популярен, так хорошо популярен, на просторах киберспорта. И поверьте, вот новые ховы ничего как-то кардинально на РМах обычных и пабликах не изменят. Да, люди поиграют, а потом забудут, потому что SIG MPX все равно лучше. А вот если бы штурмовик и инженер это был бы один класс, то такой проблемы просто бы не существовало вообще. Ну был бы на сегодняшний день имба Killtec, SIG MPX и SV-98. Все, использовались бы все классы, потому что не было бы штурмовика и инженера, это был бы один класс. Пусть он называется атака, пусть он называется штурмовик, пусть он называется инженер, неважно как. Ваша проблема, разработчики, в том, что вы наплодили много классов. Это ваша главная проблема. Не нужен никакой булсет. Это сейчас уже все... Это вы понимаете, вы не хотите в это... Но это так. И честно, вам не нужен никакой штурмовик и инженер. Эти классы изначально надо было делать одним. И что самое интересное, если так подумать, это можно сделать сейчас. Серьезно. Единственная проблема, вам придется поработать с описанием, как бы переименовать, что-то сделать... с оружием, с броней, точнее, с броней. А все остальное, да до лампочки. То есть просто склад людей соединяется. Штурмовые винтовки и пистолет-пулеметы становятся у одного класса. Он может называться штурмовик, например. Все, никаких проблем. У него будет две способности. Патроны и второе, ремкомплект. Никаких проблем. Он быстро дефьюзит бомбы. Мину можно оставить ему или, скажем так, в честь баланса отдать снайперу. У снайпера наконец-то появится уникальная способность. Кроме того, что он очень имбов в стрельбе. Все. Идеально, просто идеально. А пока в Warface существует штурмовик и инженер, два класса с очень похожим оружием, дисбаланс в этой игре будет всегда. Итак, ребятки, выводы. Первое, новый регламент топ. Идеально. Что касается того же снайпера, вообще идеально бы вообще, вот, чтобы вся игра на этом была построена. Снайпер должен знать свое место. Он классный, он реально, вот сейчас он классный. Он все ваншотит, у него минимум этих нокдаунов. Он офигенный, классный, очень сильный, очень. Но вот он даже на грани, может, немного все равно имбов остался. Но вот такого снайпера я готов терпеть. Меня это устраивает. Это первое, что касается регламента. Очень классный регламент. А второе, разработчики, либо в новой игре, которую вы сейчас, я знаю, над ней работаете, уже как бы все известно, в принципе. Вот, и может быть в Warface даже, подумать. Не надо делать два класса с похожим оружием. Это 100% гарант постоянных проблем с базовым, даже для паблика, балансом. Да. Если данное видео вам понравилось, особенно разработчикам Warface, ну, зрителям я знаю, мои видео в принципе говно, но вдруг, то ставьте лайки по желанию, как хотите. Яйки чешите. Это обязательно. Ребят, ну, сами в курсе, без этого просто никуда. Яйцо почесал, баланс просто вот самый сок. Три имбы, все довольны. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами.